К игре здесь готовились заранее. Весь сад наполнился разбойничьей морской атрибутикой, а родители воспитанников помогли своим чадам преобразиться в юных пиратов. В последнее время очень популярной становится квест-игра. И, как известно, это детективная игра, да? Но сегодня мы решили ее провести тоже впервые в нашем детском саду. И для нас это спортивно-познавательная игра. Любой подарок или сувенир доставит детям вдвое больше радости, если его вручат не сразу, а на пути к нему придется преодолеть несколько забавных испытаний. Вот и воспитанники старшей подготовительной групп садика «Росинка», поделившись на команды, отправляются на поиски карты с сокровищами. Сегодня принимают 6 групп, 4 группы старших детей, это 5-6 лет, и 2 группы подготовительных, это 6-7 лет. Проходя этапы, новоиспеченные морские разбойники учатся работать в команде, проявлять смекалку и ловкость. Они хорошо знают пиратскую заповедь. Не унывать, помогать товарищам, найденные сокровища разделить по чести и совести, иначе меня пусть бросят на съедение акулам. Воспитатели детского сада «Росинка» тоже активные участники игры. Своей энергией они буквально заражают ребят. Берем, не бросим. Нет преград морскому волку. Вперед! На борда! На борда! Успешно пройдя все этапы, ребята сложили части найденной карты и получили сокровища. Игра получилась увлекательной, активной, спортивной и позитивной.